33-летняя Леди Гага отправилась на вечеринку после своего концерта в Лас-Вегасе. Эпатажная певица выбрала яркий образ. Исполнительница главной роли в фильме «Звезда родилась» превратилась в сказочную единорожку. Костюм оказался очень минималистичным, купальник оказался дополненным сетью, которая окутала стройные ноги и руки знаменитости. Сзади у певицы виднелся пышный хвост. Важную роль в превращении звезды в фантазийного персонажа играл макияж. Глаза Леди Гаги с помощью ярких теней стали глазами единорожки. Парик с роскошными кудрями в оттенках розового и фиолетового завершил ее преображение. Исполнительница хита «Шеллоу» усилила эффект с помощью провокационного поведения. Певица передвигалась по помещению скачками, имитируя движение сказочного животного. Образ знаменитости получился не только очень правдоподобным, но еще и очень сексуальным. Недавно Леди Гага снова стала свободной, разорвав отношения с бойфрендом. Она разделась до нижнего белья на вечеринке с друзьями. Мама певицы призналась, что в школе ее унижали и высмеивали.